Всем огромный привет! Хочу снять обзор на косметику уходовую от компании Green Mama. Мне прислала эту косметику Оленька. Она живет в городе Тюмень. Оль, спасибо тебе огромное. До этого момента никогда не использовала эту фирму. Я ее видела в магазинах. Правда, не часто, но видела, но никогда не покупала. Оля сделала мне такой шикарный подарок, она прислала сразу линейку этих средств, и у меня была возможность как бы в полной мере протестировать и узнать, что за косметика, познакомиться с ней, и даже создалось свое уже такое личное мнение. Эта косметика не на обзор, как я уже сказала, а подарок. Очень хочу с вами поделиться, потому что мне было интересно тестировать. Тестировала я с 1 примерно ноября, сегодня 18, вот 18 дней я и пользуюсь. Сразу хочу сказать, в большой плюс к этой косметике, это то, что все бутылочки или тюбики были битком набиты под самую завязку. И все, что можно зафольгировать, то было зафольгировано, все тубы были зафольгированы. Поэтому это большой плюс. Если брать как бы такой самый яркий минус, это, наверное, аромат. Green Mama, зеленая мама, это все природное, все из трав, и поэтому ароматы такие природные. Это и каштаны разные, и подорожники, и хвощ, и ну, достаточно тяжелые есть ароматы, поэтому если для вас это принципиально, то сразу хочу на это обратить внимание. Но давайте теперь буду по одному средству показывать и говорить плюсы-минусы, понравилось или нет. Начну, как бы, знаете, так поэтапно со снятия макияжа. Это молочко для снятия макияжа. В него входит масло зародышей пшеницы и ромашка. 300 мл, достаточно большой объем. Давайте сразу буду показывать вот так. Вы можете ставить на паузу, читать, потому что если что-то интересует, то лучше как бы полную картину посмотреть. Почти везде написано, что содержит 100% натуральные. Так. Видно, да? Эфирные масла. Способы применения и вот состав. Ну, видно, что-то на первых местах, что-то на последних местах, но в целом достаточно натурально. Открытым держать можно 6 месяцев. Молочко мне понравилось. Если кто-то любит вот кремы для снятия макияжа, молочко для снятия макияжа, то это неплохое такое молочко. Давайте я покажу текстуру. Вот если наклонять, то видно, она достаточно так поплывет, немножко жидковатая. Снимает макияж хорошо ватным диском. Единственное, если переборщить на ватный диск и молочко попадет в глаза, то может быть, ну, дискомфорт, но это естественно, потому что это кремовая основа, и лучше поэтому по ватному диску то распределить нормально, чтобы не было излишек. Неплохое молочко. Так, давайте я вот так с уголка начну и буду выстраивать. Понравилось. Куплю ли я еще? Если увижу, и мне будет необходимо именно молочко, то вполне может быть. Больше я люблю сама лично мицеллярные растворы. Но попробовала с огромным удовольствием и истрачу до конца. Следующее, на что я хочу обратить внимание, точно такая же уже бутылочка. Это чистящая пена-гель для лица. В нее уже входит ромашка и брусника. 300 мл также в такой бутылочке объем. И давайте также покажу. Что-то будет немножечко долговато, наверное, но мне кажется, вот это важно при обзоре. Гель неплохой. Аромат, ну, более-менее приятный. Потому что у некоторых, мне кажется, даже невыносимый аромат. И также открытым 6 месяцев. Единственный, вот, наверное, самый яркий минус у этого геля, как и у многих вообще гелевых умывалок, очень долго смывать. Вот ощущение, что его моешь, 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 моешь водой,
его все больше и больше на лице, но достаточно густой. Одного нажатия этой помпы достаточно на все лицо. И вот за почти 3 недели я потратила вот столько. Умываюсь я как утром, так и вечером. Вот специально использовала именно этот гель. В целом неплохой. Куплю ли я еще? Вполне. Может быть, куплю. То есть не было у меня такого, что нет, мне это даром не надо больше. Вот вполне неплохой гель. Ну вот, как я и сказала, многие гелевые текстуры смываются очень долго. Это проблема не этого геля, а многих. Скраб. Хочу обратить внимание еще на скраб для лица. Входит в него кедровый орех и уссурийский хмель. 170 миллилитров в этой тубе. Так, давайте вот так поближе покажу. Также все тут натурально. Подходит для нормальной комбинированной кожи. Для сухой тоже подходит. Один раз в неделю рекомендуют использовать. Ну и 170 объем. Объем, конечно, боевой, очень большой. Кто любит часто менять средства, это сложновато. Приятный розовый цвет. Так, давайте я его сразу сюда поставлю. Аромат достаточно такой. Ну, тут, видите, орех и хмель. Вот что-то елочное, да. И достаточно насыщенное. Вот такая текстура. Мелкие-мелкие, вот как прямо порошок с крабинки. То есть лицо не повредите. И при этом он пилингует и очищает хорошо. Если так на одном месте тереть, то я думаю... Ну, дырку, конечно, не протрете, но... Покраснение можно сделать небольшое. Ну, вот я сейчас специально терла-терла, вот смотрите, даже ничего не покраснело. Но нежность появилась такая на коже. Скраб очень понравился, он действительно щадящий такой, но при этом работает. Нет такого чувства, что я ничего и не скрабировала. Вот даже рука очень приятная. Ну, аромат на любителя. Тут хмель такой, знаете, который входит еще... Вот когда болит спина, вот всякие натирания вот в мази. И поэтому вот есть ощущение, что эффект мази по аромату не каждому понравится. Следующая формула тайги – это маска. Маска для лица, в нее входит подорожник и полевой хвощ, очищающая. Я вообще не раз говорила, что я очень доверяю, когда что-то природное. У меня на подсознательном уровне уже работают эти средства. Но единственное, что да, природа, она ароматы такие имеет, что которые лечебные, то такие сложноватые. Не каждый выдержит. Также 170 миллилитров маски. Давайте поближе ее посмотрим. Она... Ну, так как очищает, для жирной кожи хорошо подходит. Она смывает все излишки жира. Способ применения 2-3 раза в неделю. То есть чаще, чем скраб. И вот так. Ну, тут все стандартно, да. 6 также месяцев открытым можно держать. Маска мне понравилась. Она действительно очищает, она действительно работает хорошо. Она такая вот зеленая. После розового скраба зеленая маска. Такой, знаете, сплошной позитив. Использовала я ее, ну, несколько раз уже. Так, как мне удобнее показать вам? Она густая. Вот так. Немножечко начинает там в конце своего времени застывать. А аромат тоже вот хвощ, вот, ну трава. Прям конкретная такая лечебная трава. Очень приятное лицо после этой маски. Вот прямо понравилась тоже маска. По сути, вот эти 4 средства для очищения, я бы сказала, что достаточно хорошие. Следующее, чем я пользовалась, это был тоник. Вот. Давайте я сначала все расскажу про него. Тоник для сухой нормальной кожи. У меня вообще своя кожа нормальная.
Местами она склонна к жирности, местами она склонна к сухости, но это зависит и от времени года, и от даже средств, которыми я пользуюсь. Например, было время, когда я много питательных масок делала, много питательных кремов, и перепитала так, что она у меня из сухой даже жирной стала кожа. Этот тоник для нормальной кожи подходит, земляника и череда. Но аромата земляники в ней нет, скорее больше, наверное, череды. Также 300 мл. Тоника я вот столько потратила за все время, за 3 недели. Он очень экономный. И давайте вот так посмотрим. Тоник мне понравился. И вот так. Тоник мне понравился, у него горлышко прикрыто вот такой защитной помпочкой. Аромат природный, ну как я сказала, что больше чередой земляники я не чувствую. Я сначала обрадовалась, думала, будет ну хотя бы в нем аромат приятный. Но качество тоника хорошее, мне он понравился. Я не знаю, будет ли он подсушивать. У меня не было чувства стянутости после него. Но желание нанести крем у меня было. Вот. Так что вот так. Дальше пойдут кремы. Вот с кремами уже чуть-чуть посложнее. Вот опять же я хочу сказать, вот эта вот линейка, которая вот до тоника, это все замечательно. Первый идет тонизирующий гель для лица, алоэ вера и лимон. 100 мл. Отметить хочу, что большие очень тубы, конечно, для геля, для крема, для лица 100 мл, это, конечно, ударно. Потому что в туб, вот 50 мл, ну, как правило, почти полгода можно, 4-6 месяцев тратить. 100 – это надолго. Может поднадоесть. Ну, давайте вот так посмотрим, что пишут здесь. Вот тут хорошо написано, что рекомендуется использовать в качестве дневного крема и подходит как гель после бритья для мужчин. На него можно тоже крем наносить. Можно его один, а можно под крем дневной. Гелевая текстура. Давайте по гущине посмотрим. Достаточно густой. Его надо совсем немножко. Если вы не хотите липкий эффект, то нужно совсем немножко. Распределяется он не так быстро. Впитывается он... Ну, подождать надо. Вначале будет липковатое ощущение. То есть вот этого количества, видите, это как много. Я сейчас могу до локтя домазать. И вот будет еще так блестеть. Будем ждать, когда впитается. Надо прямо совсем вот миллиграммулечку. Я думаю, что вот если после бритья, это вообще идеальный вариант. Вот. Аромат буду просто повторяться. Мне кажется, у них вообще в целом схожие ароматы, хотя здесь вот уже алоэ вера и лимон, как бы ожидается совершенно другой аромат, но... Ну, понятно, они отличаются, все травой пахнет. Но вот ощущение крема, который наносишь вот при больной спине или вот такого лечебного, оно сохраняется. Когда он впитается, то вот чуть-чуть липковатый эффект все равно сохраняется первое время. Я его пробовала и один наносить, и пробовала наносить под дневной крем. Также я пробовала дневной крем один без геля наносить. Вот мне крем без геля понравился больше. Давайте познакомимся с кремом теперь. Уссурийский хмель и витамин Е в него входит. Тут уже 50 мл, такая разумная уже. Разумный объем. И давайте посмотрим, что здесь написано.
Для сухой нормальной кожи это хорошо. Вот сейчас я хочу сказать, что когда мне Оля прислала, вот как раз был момент, когда я перепитала свою кожу, и у меня местами были такие, ну, 1-2 по лицу крупных прыща. На лбу, например, на подоконнике. Это очень смешно. На подбородке. И когда я начала использовать вот эти средства, у меня сразу лицо стало чистым. Вот дня через 2-3, и с тех пор я не встречала ни одного прыщичка, никакого там покраснения. Может быть, потому что у многих средств они идут для нормальной сухой кожи. Вот, вот этот дневной крем мне понравился. Тут написано, что можно под, как основу под макияж. Я пробовала, но единственное, я бы не советовала сразу, вот как только нанесли крем, сразу наносить макияж. Надо, ну, выдержать какое-то время. Чисто белого цвета. И такой он приятный. Не сразу впитывается, нужно немножечко его повозить по коже. Вот видите, я вожу, и такие белые небольшие разводики. Надо ждать. Натуральные средства, у них есть такая вот, конечно, сложность, что быстро их не вотрешь. Вот видите, все равно есть вот эти вот разводы. Аромат тоже немножко тяжеловатый. Если аромат сложный, во всех остальных средствах терпится проще, то вот на лице, конечно, это все вокруг носа кружится. Кто не любит такие ароматы, то, конечно, вам будет сложно. Я нормально отношусь к таким ароматам, но не предупредить я не могу. Потому что ароматы действительно такие аптечные. Следующий крем питательный для лица. Тут уже питание идет. Его я использовала не часто. Я постаралась сделать так, что в основном были те два средства, гель или дневной крем для лица. А питательным я пользовалась 2 раза в неделю на ночь. Ну, так как я сказала, у меня было перепитанное лицо, то постаралась его не злоупотреблять. Кедровый орех и облепиховое масло сюда входит. Тоже 50 мл. Давайте посмотрим заднюю сторону. Также ставьте на паузу, если хотите успеть прочитать. Я долго не буду. Тут говорится, что идеален для чувствительной кожи, склонной, ну, видно, да, к раздражениям. Его уже нужно один наносить, под него гель никакой не надо. И вот такой состав. 50 мл и также открытый 6 месяцев. Давайте посмотрим, как он выглядит. Слегка желтоватого цвета. Мне это понравилось. Сразу почувствовала, что тут есть облепиха. Вот эта желтизна натуральная. Давайте. Ну, более-менее аромат. Но единственное, что у меня сейчас рука уже все ароматы впитала. И поэтому тут уже такая солянка, что вся природа мира уже в одной руке. Наверное, не мира, а России. Да? Тут все травы-то наши. Ну, надо на другую руку уже наносить. Но тоже, видите, вот этот вот, так как тут масла разные, нужно покатать немножко этот крем. Подождать, когда он впитается. Но через час будет приятное, напитанное такое лицо. И я вам показываю большее количество, чем необходимо. Надо совсем-совсем чуть-чуть. В целом, вот... Если хочется попробовать вот так вот комплексом, я не знаю, понравится нет, но мне в целом очень понравилось. Потому что прыщи прошли, лицо посвежело. Тут нету такого, что там борьба с морщинами. Это, конечно, не стоит об этом мечтать. Тут другая тема. Тут просто вот природой напитать и позаботиться о своем лице или теле. И еще один крем покажу. Ночной восстанавливающий крем Гидробаланс. Входит ромашка и масло зародышей пшеницы. И вот здесь написано, содержит чистое масло карите. В этом ночном креме
уже 100 миллилитров. Давайте поближе я вам покажу. Он идет как восстанавливающий. Я им пользовалась постоянно, кроме тех вечеров, когда я наносила питательный крем. Так. Ну, как я ранее и сказала, что так как я этому всему доверяю, мне эффект начинает нравиться. Хотя вот эта вот долгая впитываемость приходится, конечно, терпеть и ждать. И здесь в открытом виде 4 месяца. То есть вот я уже начала эту линейку, и я буду вот на протяжении зимы, скорее всего, этим всем и пользоваться. То, что я отставила, этому придется постоять, подождать. Давайте уже на этой руке покажу этот ночной крем. Он вот такой, немножечко пожиже, чем питательный дневной. Так, давайте вот сюда поставлю и покажу. И вот так вот он распределяется. Также надо покатать немножко, подождать. Наверное, многим это и не нравится. Вот видите? И все будем катать-катать, пока он там не разотрется, не вотрется, не впитается. Быстро, натурально не впитывается. Вот начинается впитываться. У него аромат достаточно приятный. Вот видно, тут у некоторых похожая текстура. Вот это ромашка, и вот здесь ромашка, да, только тут с брусникой, а там с зародышами пшеницы. Вот так вот он смотрится. Ну, аромат приятненький такой, ромашковый. Так, ну давайте я покажу еще два средства. Обойду, правда, с другой стороны. Первый это вот такой крем-бальзам для тела. В него входит клевер и полевой хвощ. 170 миллилитров объем. И покажу вам вот с этой стороны. Давайте прочитаем. Его наносить надо после душа и сауны. Вот такой состав. Так, открытым 6 месяцев. Ну, про крем я что могу сказать? Я, если для лица, я тут кругами кружу, если для лица я могу терпеть аромат природы, то по всему телу это, конечно, сложно. Аромат очень сложный, очень тяжелый. Вот, наверное, вот этот вот хвощ полевой, он настолько сложный, что тут как будто, я не знаю, все мази аптеки на тебе собрались. И ощущение, что ты дико больная. Если я спину мажу и пахнет только от спины, то тут от всего тела. Поэтому как-то вот я не очень подружилась. Растирать тоже его сложно по телу. Он плохо также впитывается. Катаешь, катаешь, никак не вкатаешь. Но когда впитался, тело-то в принципе-то ну, приятно так напитанное. Оно становится мягкое. Но в любом случае хочется, чтобы от тела пахло цветочками, ягодками, там, фруктиками, но никак не полевым хвощом. Поэтому вот кремы для тела я не советую и сама бы, наверное, уже не купила. Не знаю, справлюсь ли я, истрачу ли я их до конца. Их у меня 2. Сейчас я покажу второй. Но я очень благодарна Оле, что она мне дала все это попробовать, потому что как бы я об этом узнала. Но в любом случае на проблемные зоны, например, начиная с ног и ниже, ну как сверху ног и до низа ног, может быть, я его так и дотрачу. Но сложно, вот такие, конечно, ароматы сложно по всему телу разносить, не советую. И второй крем идет. Это укрепляющий.
Так, давайте, может, тут... Ага, вот, ламинария и спирулин. Давайте поближе посмотрим. Обещает тонизировать, подтягивать. Его я наносить буду на проблемные зоны. Так, где открыты 6 месяцев? Не знаю, какой аромат хуже у бальзама или у этого, но оба аромата, конечно, очень сложные. Ну, вот этот поприятней. Так вот он смотрится. Да, этот немножко поприятней, но все равно такие они тяжелые. Я вообще не люблю ругать косметику, потому что у каждого есть свои любители и, ну, как бы свои поклонники, да, и те, кому не нравится. Если мне что-то не подошло, я об этом стараюсь говорить тактично, чтобы никого не обидеть, не ранить. Ну и косметика, она же несет пользу. Пусть не нравится аромат, аромат опять же на любителя. Но в целом результат может быть хорошим. То есть мне, может, что-то не подошло, а человеку с другой кожей будет идеально. И поэтому я ругать не люблю. Каждому свое. Неплохое, конечно, оно, надеюсь. Но надо его полностью потратить и посмотреть, будет ли кожа упругой. Ну вот этот поприятнее, а вот полевой хвощ, конечно, сложно. И еще один крем Green Mama. Крем освежающий для уставших тяжелых ног. Каштан и прополис. Вот его я еще не использовала. Почему? Потому что он освежающий, как мне чуть ранее написала одна из моих подписчиц, Оля. Привет тебе, Оль. Она сказала, что освежает, так освежает конкретно. То есть вот реально ощущение холода. Я не открывала. Вот так они все идут зафольгированные. Решила оставить на лето. Потому что летом это будет актуально. Сейчас зимой я такой зяблик, что мне ноги в 5 носках надо держать. И охлаждение мне не надо. А вот летом самое то. Объем также 170 мл. Открытым можно держать 6 месяцев. Поэтому нарушать вот этот временной режим я не хочу пока раньше времени. Давайте посмотрим. И в отношении ног меня это не принципиально. Каштаном, не каштаном пахнет. Я недавно в пустых банках показывала. У меня тоже там с каштаном был крем. Он не очень приятный по аромату был. Но для меня это не проблема. Хотя я люблю очень лютики-цветочки. Но могу потерпеть и натуральные такие ароматы. Вот так. То есть, если было интересно, поставьте также на паузу. Я, конечно, быстрее, чем необходимо, листаю. Вот такая большая линейка оказалась. Благодаря Оле я потестировала. Осталась очень довольна в целом. Единственное, что тут нужно чуть-чуть попривыкнуть к кремам. Особенно кремы для тела. Вот с одним я не знаю, подружусь или нет. Но если не подружусь, я его использую просто там на ножки, вот на низ тела. А вот этот укрепляющий я все равно потихонечку на проблемные зоны буду применять. Обязательно в полной мере я уже буду рассказывать о каждом средстве в пустых баночках. Единственное, что они уже не так будут комплексом заканчиваться. Естественно, они будут в разное время. Но думаю, что вот такой обзор, ну, хоть чуть-чуть, но будет информативным. Простите, что не сразу я тут подбираю слова, немножко мычу, потому что сложно мягко, тактично и как бы с уважением рассказать о средствах. Оле хочу еще раз сказать огромное спасибо за то, что дала возможность это все потестировать, попробовать. Мне было очень приятно и интересно. Спасибо всем за внимание, спасибо всем, кто был со мной, и всем пока!